Вы, как представитель частного капитала, не можете оставаться глухим к стонам народа. Не могу. Крепитесь. Боже. Впрочем, вы можете уйти. Я, пожалуй, пойду. Но предупреждаю, у нас длинные руки. Тогда я, пожалуй, останусь. Друзья, снова здравствуйте. Значит, поигрался я с этим кондиционером на пол-литра. В одном из видео там посмотрите, как я его делал. Значит, ты понял? Не, это не мое, не мой размер. Сейчас я вам покажу мой размер. Вот. Это ведро. Ведро из-под шпаклевки. У вас возникнет резонный вопрос. Я его как я его засовываю в морозилку? Сейчас я вам отвечу, будьте терпеливы. Значит, смотрите. Ну ладно, открыл. Смотрите, здесь у меня пластиковые бутылки со льдом. Целых 3 штуки. Полторашки. Получается 4,5 килограмма льда. А крышка как устроена? Значит, 2 дырки я сделал. В одну вставил вот уголок. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Ладно, не буду вытаскивать. Я думаю, вы поняли, что это обычный уголок. И вентилятор. Канальный вентилятор. Все. На этом кондиционер у меня готов. Так что я еще не пробовал. Но сейчас я его включу. И попробую, насколько он будет морозить. Так, включился. Но я думаю, вам слышно. О, прям реально. Реально прям холодно. Ничего себе. Ну, понятное дело, сколько льда. Тут главное не простыть. Потому что реально прям холодный воздух идет. Ну, вот это другое дело. Это вот наш размер. Как вы понимаете, бутылки я ставлю на ночь замораживаться. Кладу в морозилку. Эти растают, я их поменяю на другие. Значит, ну сколько будет таять, я вам пока не могу сказать. Та баночка на полкилограмма, она таяла где-то 1,5 часа. Возможно, это тоже будет 1,5. Может быть, 2. Может быть, 3 часа будет. Но в любом случае, сменные бутылки у меня уже лежат в морозилке. То есть я сажусь за компьютер, включаю вот этот кондиционер самодельный. Охлаждаюсь, потом бутылки остывают, нагреваются, я их меняю и так далее. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.